Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Технологии для бизнеса». В студии ведущие Василий Богданов и Татьяна Зайцева. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Сергей Савосин, генеральный директор страховой компании «Согласие». Да, привет, Сергей! Здравствуйте, Сергей! Добрый день. Сегодня поговорим про разные технологии. С одной стороны, это технологии, которые может применять бизнес для того, чтобы застраховать там свои риски, то есть про продукты для бизнеса. С другой стороны, про ваши собственные какие-то, может быть, там страховые технологии, новые, там, совершенные там, и прочее. Да? Ну, для начала несколько слов про компанию «Согласие». Компания «Согласие» была создана в 1993 году. В этом году мы будем отмечать 20-летие компании. Да. За этот период компания прошла несколько этапов своего развития. С 2008 года компания активно осваивает розничный рынок страхования. То есть у вас сегодня юбилейное выступление такое, 20-летие. Да, да, да. Мы считаем вообще юбилейный год. По итогам 2019 года компания вошла в десятку крупнейших компаний на рынке страхования Российской Федерации. Мы намерены твердо закрепиться на этой позиции. Компания занимается практически всеми видами страхования, обслуживая как частных лиц, так и компании. То есть мы универсальная страховая компания. Да. Собственно, в разработке своей продуктовой линейки мы отталкиваемся от потребностей клиента, как розничных клиентов, то есть физических лиц, граждан, населения, так и компаний малого, среднего бизнеса и, конечно, крупнейшего корпоративного бизнеса. Мне нравятся мне эти слова, отталкиваемся от потребностей клиента. В этом что-то... Нет, ну смотрите как, по-моему, это просто красивые слова, потому что на самом деле, если страховая компания знает за клиента, вместо клиента, что ему надо, она говорит, слушай, у тебя завод, он может сгореть, у тебя там подведена, у тебя непрерывное производство, тебе нужно застраховаться от прерыва в электроэнергии там, да, или что-нибудь еще. У тебя там птицефабрика, тебе нужно там от болезни застраховать куриц. Сам клиент зачастую не знает, что ему надо, поэтому отталкиваться от запросов клиента – самое последнее дело, по-моему, в бизнесе. Отталкиваясь от потребностей, а не запросов – это очень важный акцент. Вот то, что вы сказали, абсолютно правильная логика с той точки зрения, что страхование является венцом системы управления рисками на предприятиях, в бизнесе. Что такое риск-менеджмент? Это когда компании помогают осознать все те риски, которые действуют на них, понимает компания или не понимает, риски действуют. Так вот, риск-менеджмент эти риски формализует, дает им оценку с точки зрения масштаба, материальности и с точки зрения вероятности наступления. Далее, каждая компания, акционер, менеджмент определяет приемлемый уровень риска, что вот этот уровень мы считаем приемлемым для нашего бизнеса, мы его покроем за счет своего капитала, за счет таких мероприятий. И какие-то риски по вероятности, либо по масштабу, выбиваются из так называемого аппетита риска. Понятно. Вот эти риски попадают в план мероприятий по снижению либо вероятности, либо материальности, а что-то перекладывается на плечи страховой компании. Собственно, здесь и возникает разговор про страхование при системном подходе к системе управления. Сейчас. Я чувствую, что попали на любимую тему. Сейчас тема, конечно, любимая, но она очень не развита в России. Да. К сожалению, мы к ней по-другому перейдем. Да. Смотрите, значит, еще пару слов. То есть у вас все-таки основной драйвер – это автострахование или что? С точки зрения нашего портфеля в целом, основной драйвер – это автострахование. Можно так сказать, что основной портфель – это розничный портфель, а розничное страхование в Российской Федерации на сегодняшний момент – это, конечно, автострахование. И здесь тоже это утверждение, что мы отталкиваемся от потребностей клиента, правильное, потому что это такой этап развития рынка. Розничный рынок страхования в России – первая потребность, которую люди осознают – есть машина, много ДТП, аварийность в России высокая, куча причин, почему это происходит. Здесь понимание потребности очень высоко, поэтому проникновение автострахования выше, чем проникновение других видов страхования. Ну, это достаточно очевидно, в общем, понятно, и всем нам, да, сталкиваемся с этим каждый день. Есть еще мощнейший драйвер, это ОСАГО. Собственно, проникновение ОСАГО на сегодняшний день 98%. Ну, это оно и есть, автострахование. Это которое, первое, а есть КАСКО. Есть КАСКО. Его проникновение гораздо меньше, то есть процентов 11 к общему количеству машин всего. Но если взять группу машин до 5 лет, то уровень проникновения повышается до 36%. Ну да. То есть и вот этот уровень проникновения будет расти, а стало быть, рынок автострахования будет развиваться и по-прежнему будет являться локомотивом роста развития рынка. Ну да. Ну вам еще и банки здесь помощники, потому что они не выдают кредиты на новые машины без страхования. Безусловно. Да. Хотя эта практика уже изменилась, появилось очень много банков, которые уже не обязывают клиентов страховать. То есть это остается сознательное решение клиента. Но тут я вот сильный сторонник экономических законов. Если человек на свои деньги покупает новую дорогую машину, особенно если он берет кредит, то он свои риски осознает прекрасно. И вот эти люди, даже если банк не навязывает, они все равно страхуют свои машины. Да. То есть
именно с осознания страхования. Ну, смотрите, это правильно поведение частного собственника. Да. Да. Сейчас на этом мы как бы историю про частного клиента закончим и перейдем к бизнес-клиенту. Да. Значит, я почему спросил, чтобы понимать. Ну да, вот в частном, в страховании физических лиц драйвер это автострахование, да. Понятно. Потом там, может быть, не знаю, там медицинское какое-то, не знаю. Даже не будем сейчас трогать, а то уйдем. В бизнесе. Что сейчас вот происходит в бизнесе? В малом, в среднем, в крупном? Значит, что вы страхуете? Что сейчас пользуется спросом? Там, да? Опять же, есть какие-то вещи, ну, которые требуют законодательства, да. Да, нормативные какие-то требования, что обязаны страховать. Есть какое-то добровольное. Вот какая сейчас с этим ситуация? Ну, основной классический портфель страхования юридических лиц – это портфель страхования имущества и ответственности. Имущество страхуется в основном это пожар, прочие риски, связанные вот непосредственно с имуществом. Есть всякие более сложные вещи. Страхование машин от поломок, оборудование, такие технологические риски. В России есть два обязательных вида страхования, которые распространяются на юридические лица. Это страхование объектов повышенной опасности, АПО. Это в целях защиты не самих предприятий, а населения людей, вокруг людей, которые там работают. Значит, данный вид развивается, к сожалению, не так динамично, как бы хотелось страховщикам. Подождите, это же по закону они обязаны. По закону. Как они могут не страховаться? Ну, во-первых, не все, к сожалению, все законы в нашей стране исполняются на 100%. Это первое. Там контроли за исполнением закона не очень прописаны, то есть как это контролируется. Во-вторых, при запуске данного вида страхования планы по развитию рынка были наполеоновские. Пока они выполняются более реалистично. Ну, так обычно бывает. Да. Но в целом можно сказать, что рынок развивается. Это хороший был стимул для развития корпоративного страхования. Еще один новый вид был введен в этом году. Страхование ответственность перевозчиков, обязательно страхование ответственности перевозчиков. Есть те предприятия, которые занимаются профессиональной перевозкой, опять же, граждан, страхуют свою ответственность, обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами на случай ДТП. То здесь мы говорим не об автострахование, а именно об ответственности, ответственности пассажиров. То есть, если, не дай бог, произойдет какая-нибудь авария, к сожалению, они происходят в нашей большой стране каждый день, да? То страховая компания возместит, здесь речь не идет о возмещении, страховая компания выплатит, то есть страховую выплату, на которую пострадавшие смогут поправить здоровье, в принципе, получить компенсацию там, морального ущерба. То есть, в принципе, это активно сейчас это все идет. Развивается очень динамично. Здесь лучшие инструменты контроля, поскольку просто компания, которая занимается профессиональными перевозками, меньше, чем в целом владелец объектов повышенной опасности. Поэтому этот вид развивается хорошо. Конечно, уровень проникновения еще далек от 100%, как он должен быть. Но я думаю, что за год-два и этот рынок тоже полностью охватит. Смотрите, поскольку раз уж мы в телепередаче об этом заговорили, давайте еще раз вернемся к нам, как гражданам, к частным лицам. Вот в этой истории, ведь здесь, чтобы получить, в конце концов, нам, пассажирам, вот эту компенсацию, нам что, билет нужно иметь? Там, да? Куда обратиться? Как это все происходит? Буквально в двух словах, чтобы не углублялись. Но тема важная, правда. Это только-только... Да, только-только эта система запущена, да. Ну, доказательство, что вы были пассажиром, это действительно документ, подтверждающий перевозку. То есть в Российской Федерации это очень много разных форм. Там в Москве это вот эти электронные билеты, которые отмечаются. Да? То есть какой-то документ, по сути, это договор перевозки в той форме, в которой он был заключен. Маршрутки действительно там, к сожалению, не всегда документы присутствуют. Но здесь, я думаю, заявление будет вполне достаточно. Вид социально значимый, поэтому, конечно, страховые компании будут учитывать ту специфику, которая есть. Отметили. Возвращаемся обратно к бизнесу. Страхование ответственности перевозчиков на сегодняшний день один из самых высокотехнологичных, кстати говоря, технологиях видов страхования Российской Федерации. Потому что по этому виду полисы на сегодняшний день практически выдаются в электронном виде. А-а-а. То есть существует центральная база, которую ведет общественная организация НССО, Национальный союз страховщиков ответственности. И вот запись в этой базе является полисом. При этом каждому перевозчику выдается сертификат, который мы рекомендуем, мы как страховщики, его размещать вместе в транспортном средстве видимым клиентам, пассажирам. На этом сертификате, насколько я помню, присутствует даже QR-код, отсканировав, обработав который, любой потребитель может получить все детали полиса. Этого договора, да. Куда обращаться, собственно, это также информация там присутствует. Кроме обращения в саму компанию, можно также получить дополнительную информацию в том самом профессиональном объединении Национальном союзе страховщиков ответственности, НССО. Информации в интернете более чем достаточно. То есть уверен, что при наступлении страховых событий
проблем с регулированием не возникнет абсолютно никого. Вот вы сказали, что по определению этих компаний меньше, чем просто владельцев там, объектов повышенной опасности. Да. А сколько, по вашей оценке? Это тысячи? Это сотни? Это тысячи. Это все-таки тысячи компаний. Конечно же, здесь есть концентрация, рынок неоднороден. То есть есть мега-перевозчики масштаба Мосгортранс, вот таких городских перевозчиков. А есть новые рыночные компании, вот те самые операторы, например, машин. Это может быть, такси. 10 автомобилей. Да, но в принципе закон один для всех. Но вот рынок, конечно, такой разный. Есть. Смотрите, а правильно я понимаю, что когда этот закон был принят, наверное, страховые компании знали об этом заранее, и как-то вы все готовились к тому, чтобы начать делать свои предложения. Вот как привлечь такого клиента? Ведь, вот их обязали. А дальше перед ним огромный выбор, наверное, там и Росгострах, и Ингострах, и Альфстрахование, и Согласие. И все раз сразу агенты побежали. Как это происходит вообще? Здесь вы затронули один из самых сложных моментов по выбору страховщика по обязательному виду. Ведь на самом деле вы абсолютно правы в том, что все условия и параметры страхования должны быть, по идее, определены законом. Да. И они действительно абсолютно одинаково всех. Тут здесь вопрос только надежности, сервисности, то есть такие уже взаимоотношения и эффективность компании по надежности это рейтингом там топ-30, априори надежность. Сегодня в Российской Федерации я посчитал 18 компаний, которые имеют высший рейтинг надежности от агентства «Эксперт.РА», а с двумя плюсами, это, собственно, тот рейтинг, который имеет наша компания на сегодняшний день. То есть, да, не так много, на самом деле, высоконадежных компаний. И тем не менее, и все-таки, вам достаточно повесить, на сайте объявление, что там в разделе для корпоративных клиентов, или все-таки вы как-то к ним приходите и говорите, ребята, приходите к нам, Смотрите, на сегодняшний день тендерная процедура, то есть конкурсная закупка, это норма бизнеса практически для всех видов бизнесов. И через тендер. Через тендер. Для предприятий. Подождите. А если условия определены в законодательстве? Цены одинаковые, а как вы можете в тендере выиграть, если у всех одинаковые условия? Поэтому я и сказал, что это большая-большая методологическая проблема. Вы правы абсолютно. Здесь только параметры урегулирования убытков. Иногда доходит до смешного. Тогда, когда все параметры абсолютно одинаковые, то побеждает тот, кто просто первым подал заявку. Хоть какой-то критерий. Какой-то критерий объективный. Да. Это с точки зрения надежности и сервисности. Вы понимаете, что абсолютно нет никакой корреляции между тем, кто сумел первым подать заявку, кто лучше и качественнее будет регулировать убытки. Поэтому я сказал, что рынок формируется. Но, вы знаете, уверен, что год, два, три, и все организуется, будут понятные правила отбора, и в том числе страховщиков по страхованию. Хорошо, тогда сейчас ненадолго остановимся, и после небольшого перерыва поговорим про другие, уже, наверное, может быть, добровольные виды страхования именно в бизнесе, компании, что страхуют, что вы предлагаете, как это все происходит, и так далее, Хорошо. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу «Технологии для бизнеса» в студии Василий Богданов и Татьяна Зайцева. Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня у нас в гостях Сергей Савосин, генеральный директор страховой компании «Согласие». Еще раз здравствуйте, Сергей. Добрый день. Продолжаем разговор и переходим к тому, какие добровольные виды страхования в бизнесе применяются, что сейчас востребовано, что с вашей точки зрения нужно там усиленно продвигать и как вообще это все продвигать. Основной вид страхования – страхование имущества, то есть страхование той недвижимости, этого оборудования, которое используется в бизнесе. Основной вид рисков, который здесь – это пожары, страхование – это классика развития страхового бизнеса. Так он развивался в Российской Федерации, в России, даже до революции и во всем мире. То есть страхование – не имущество от огня и сопутствующих рисков. Насколько я понимаю, что сейчас проникновение маленькое или все-таки нет? Проникновение маленькое, больше осознает свои риски все-таки крупный бизнес. Что касается развития малого и среднего бизнеса, мы сделали специальный продукт для малого и среднего бизнеса, который мы сделали совместно с партнером, компания «Дельта охранной системы». То есть мы объединили охранные услуги, то есть пультовую охрану, которая распространяется не только как система безопасности, но также и пожарная безопасность, с страховыми продуктами. То есть по клиентской базе этой компании, по всему рынку мы сейчас предлагаем комплексное решение, которое не просто дает компенсацию ущерба при наступлении пожара, залива, любого происшествия, но также и снижает риски этого самого происшествия, просто потому что при возникновении пожара, если вовремя приезжает пожарный, ущерб абсолютно меньше. Другой, кардинально другой. Вот этот продукт мы сейчас активно продвигаем.
Кстати, хорошая история. Она такая, и, с одной стороны, эко-брендинг, то есть вы так воспользовались там, другой базой данных, там, да, они, видимо, тоже ваши, там вы по своим клиентам предлагаете дельту, или как дельта она там называется? Дельта охранная система. Да. Да, по своей базе, а по их базе, так сказать, страховой продукт. Но здесь вы правы в том, что это не только, но это не только маркетинг, это еще когда страхование как раз уходит в область управления рисками, как раз снижение этих самых рисков. То есть нам этот продукт и нам, и клиентам выгоден вдвойне. Не только гарантия, но и снижение риска, потому что одна ситуация, когда мы... Он и дешевле должен тогда стоить? Безусловно, заложено в цену. Одна ситуация, когда страхуется склад, на котором нет системы охраны, оповещения о пожаре, и совсем другое дело, когда там оборудована современная система, которая вовремя оповещает, дает возможность компании-оператору вызвать службы на место, тем самым минимизировать ущерб. То есть это как раз хороший пример, именно когда страхование и риск-менеджмент идут рука об руку. И вот в такой комбинации, на наш взгляд, это продукт еще более привлекательный, чем чисто страховой продукт для бизнеса. А что, в принципе, мешает вот более глубокому проникновению в страхование? Ну, потому что там в цивилизованном мире давно уже это распространено. Вот что, дорогие тарифы? Какое-то, может быть, незнание, непонимание? Там, что? Вы знаете, мы проводили исследования на тему зависимости, эластичности спроса, зависимости вот как раз заинтересованности бизнеса малого и среднего, в частности, от стоимости страхования. Зависимость именно от стоимости невысокая. На самом деле страхование – это совсем не такая дорогая услуга, как боятся многие предприниматели. Мне кажется, что мешает… Больше многие боятся. Совершенно верно. Мешает. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Вот я когда, например, там квартиру, допустим, московские, они же сейчас цены-то безумные, там, да, вот тебя оценивают, например, там, ну, не знаю, в 300 тысяч долларов, там, да, 1.5% или 2% тебе посчитают, ну там 5-6 тысяч долларов в год. Ну как-то вот так сейчас вообще... вы рассказали как раз абсолютно общий миф о страховании недвижимости. На самом деле, вы поймите, стоимость квартиры – это не стоимость восстановления ремонта. Страхуется именно ремонт восстановления. Ваша квартира останется там, где она есть. Стоимость страхования начинается от 1500 рублей, именно квартира недвижимости. И вот один из мифов, который по нашим исследованиям как раз и проходит, что страхование недвижимости, но здесь мы уходим в сторону от бизнеса частных лиц, это очень дорого. Это не так. Мы сделали целый набор стандартных коробочных продуктов, который начинается вот от 1500, даже еще дешевле. Вот, например, с компанией... Ну, вы сейчас говорите про частные. Про частные. Ага. Здесь, на самом деле, продукты очень похожи. Вот то, что я рассказал про наш совместный продукт с Дельта охранной системой, это тоже коробочный продукт. Ну, в общем, да, там суть-то одна. Там имущество, просто в одном случае это квартира с каким-то там, с какой-то мебелью, а на другом предприятии со станками. Абсолютно такой же продукт совместно с охранной системой мы подготовим для частных лиц. То есть, когда можно будет именно сочетать страховую защиту с защитой пультовой, то есть с датчиками, с реакцией там, группы быстрого реагирования и прочее, прочее. Но в целом для развития страхования имущества вот, физических лиц мы сделали ряд именно упрощенных продуктов, которые рассчитаны на тех, кто впервые задумался о том, что страховать свою квартиру. Потому что по классике страховать квартиру – это долго. Это должен приехать осмотрщик, должен сюда писать, задокументировать. Это долгий процесс. Но первым продуктом здесь вполне может быть какая-то стандартная, ну, на термин лексики страховщиков, коробка, коробочный продукт, который быстро покупается. Например, мы запустили продукт совместно с компанией Тинькофф, квартира Тинькофф. По телефону принимается заявка, собирается база информации, после этого полис отправляется в электронном виде на почту, электронную почту клиента и Почта России для подписания его в бумажном виде. То есть как-то все равно страшновато. Приходит какая-то бумага, да. Еще он с этими карточками, да, которые приходят по почте, не знают, что с ними сделать там. Ну, да. В данном случае страхование представляет страховая компания «Согласие», поэтому с точки зрения урегулирования все будет хорошо. Тинькофф здесь наш продукт именно по продвижению. Но видите, мы здесь расширяем свою продуктовую линейку в области инновационных продуктов, то есть упрощаем процедуру заключения. Ну, в общем, это, наверное, правильно, потому что, смотрите, вот вы упомянули слово «коробочный продукт», да? А в отличие там, ну, когда человек хочет есть, он ищет еду, там, он идет в супермаркет и уже выбирает там себе по вкусу, по карману. Ищет автомобиль, там, ну, вот выбирает автомобиль. К сожалению, страховой продукт не является необходимым каждый день, вот, ну, как по потребности, там, да, в нем нет нужды вот такой каждый день. Поэтому, конечно, вам надо его, как сказать, активно, как это, не ждать, когда к вам придет потребитель, да, идти к нему. Вот в том числе путем вот таким необычным. Мы еще один проект запустили, облегчая доступ к нашим стандартным продуктам гражданам. Вы абсолютно правы, что мы надеемся, что в тот момент, когда кто-то осознал потребность страхования, мы окажемся, что называется, в шаговом доступе. Еще один из проектов – это совместный проект с компанией «Связной». Мы запустили с ними проект, который посвящен автострахованию, то есть называется «Каско-конструктор». Это очень интересный продукт, инновационный в чем? В том,
том, что там на базовый продукт очень дешевый, то есть цена начинается от 3500 рублей. Что, каска по чужой вине? Я что-то не слышал даже такое. Но это ключевой элемент продукта каско-конструктор. За совсем небольшие деньги вы получаете возмещение только в том случае, если вы не виноваты в ДТП, есть виновная сторона. Это в других компаниях называется минимальная каско или ДТП по чужой вине. То здесь покрывается один риск, вот он базовый. Так вот от этого риска дальше клиент может набирать, вот как вы сказали, в супермаркете, те риски, те опции, которые ему нужны. Каждая опция оценена в очень простую сумму. То есть каско-конструктор. То есть можно не просто купить полная каско, да, вот у вас каско, а что там, что страховая компания загрузила, то есть. Смотрите, я понял. Давайте я спрошу свой вот любимый вопрос. Мы в одной из наших программ, тоже технологии для бизнеса, обсуждали большие данные, и в том числе применение больших данных для автострахования. И там возникла у нас такая идея, я говорю, ребят, я езжу на машине два раза в неделю, в смысле два дня, выходные. Ну, по Москве, вот в будни я не езжу, я пользуюсь общественным транспортом. Почему с меня берут ОСАГО за весь год, за все дни? Найдитесь какая-нибудь инновационная страховая компания. У меня же в компьютере, у меня же в автомобиле компьютер. Да. Поставьте мне туда симку. И я завел мотор. Специально для все, вас. Так сказать, да. Страховая компания зафиксировала, что я поехал. Она определяет по компьютеру, что я аккуратный водитель, и мне спецтариф, там, да, который будет и для вас более выгодный, и для меня более выгодный. Да? Вот кто-нибудь это придумает или нет? Ответом на ваш... Это давно уже придумано. Ну, ответом на ваш вопрос является такое направление развития страхового бизнеса, как телематические продукты. То есть как раз те самые черные коробки или блэкбоксы, которые позволяют страховым компаниям как раз получать информацию о пробеге, о стиле вождения водителей, и на базе которых делаются продукты Pay as you go или Pay as you drive. Pay as you go — это продукт, который зависит от пробега, да, вот как раз то самое, что вы сказали, а Pay as you drive — это продукты, где стоимость страхования зависит от качества вашего вождения. То есть сейчас существуют даже такие продукты. Между прочим, это вообще очень сильная психологическая вещь, потому что она заставляет водителя, который знает, что он будет водить, чем он агрессивнее водит, тем дороже платит, она заставляет его водить аккуратнее. То есть это даже не психологическая вещь, это вещь, которая экономический инструмент страхования превращает в инструмент снижения аварийности. Да. То есть я как раз хотел рассказать, что на сегодняшний день есть решения, мы их сейчас как раз тестируем, которые выводят вот степень вашего вождения на ваш мобильный телефон, и вы видите, как вы зарабатываете, как ваш... Ну, будет такой продукт-то прямо специально? Мы сейчас пилотируем такие продукты. И там есть сложности технологические, что не все, далеко не все готовы устанавливать черные ящики. Да. Мы сейчас как раз тестируем ряд продуктов с упрощенной процедурой вот их подключения. В самое ближайшее время, я надеюсь, в этом году мы запустим эти продукты уже не как пилоты, а как продуктовую линейку. Но страхование в целом технологически развивается, в том числе и автострахование. Вот, дорогие телезрители, какой полезный у нас телеканал. Ровно неделю назад мы обратились к телезрителям, что сделайте такие продукты. И вот страховая компания «Согласие», Сергей Савосин говорит, а мы вот, мы, так сказать, готовы. Да. Есть еще большие изменения, которые на рынке страхования, вот автострахования и страхования частных лиц происходит с точки зрения технологии. Мы семимильными шагами идем по направлению к электронным полюсам. Ну да, то есть ну, это очевидно. То, что сейчас полисы, вот, как я сказал, посылаются по почте, подписываются на бумаге, в самом ближайшем времени, сейчас уже законодательство меняется. Можно даже об этом не говорить, скоро и права станут электронными. То есть я называю фамилию, человек его, или даже не фамилию, вот мой номер на автомобиле, сразу внесли в базу данных, тут же мой портрет. Я вас расстрою, ваш автомобиль уже есть в базе данных. То есть как раз сейчас идет работа по объединению, вот Big Data, по объединение всех информационных ресурсов. И это, конечно, даст большие возможности для развития автострахования. Смотрите, вот увлеклись мы все равно, ну, потому что мы и сами сбились, да, потому что мы тоже все и автовладельцы, и квартировладельцы, поэтому, конечно, все это интересно для себя. Хотели-то поговорить про технологии именно для бизнеса, да. Буквально остается 2 минуты, вот еще, значит, и страхование имущества, еще что-то там. Страхование грузов, страхование грузов, то есть при перевозке, страхование строительно-монтажных работ. Это все стройки, весь тот девелопмент, который идет. Это, конечно, совсем особые риски. Все происшествия, которые могут происходить в процессе строительства, это требует такого покрытия. Вы знаете, в России у нас строится много, развитие идет. Смотрите, такой вот вопрос. Вот, в принципе, все там крупные финансовые компании, страховые, банки уже более-менее научились работать с массовым потребителем. То есть маркетинг, правда, очень хороший. И вот то, что вы рассказываете, да, инновационное и прочее. Что касается B2B, особенно крупного B2B сегмента, по-прежнему что? Прямые продажи? По-прежнему хождение, связи, там, контакты, презентации? Что, как? Здесь используются все каналы. И тендеры, и прямые контакты, но также и брокеры,
начиная от международных и до российских, которые тоже появляются, качественные российские страховые брокеры. И, конечно, агенты. Потому что страхование до сих пор, вот как мы с вами в начале передачи обсуждали, это продукт, который, нужно продавать. Да, то есть это buy product, не sell product. Да, то есть пока все еще спрос не сформирован. Это на Западе, никого давно не нужно в разных странах агитировать. Да, там среднее количество страховых продуктов на семью от 3 до 5. И там, ну да, там вопрос просто, человек уже выбирает, у кого он купит, да, а здесь еще нужно объяснять, что он уже давно выбрал, да, действительно, там, вот, там и большая лояльность, там отношения с страховой компанией, это десятилетия, либо они персонифицированы, вот агент, который приходит каждый год пролонгировать, да, либо это действительно отношения с компанией, и неважно, кто ее представляет, то есть там все давно уже отработано устоялось. Мы все еще молодой рынок, вот мы отмечаем свое 20-летие, в целом рынок страхования, можно сказать, тоже отмечает свое 20-летие Российской Федерации, да, поэтому рынок мы еще молодой. Мы еще растем, а по уровню проникновения мы еще не достигли того, чего должны. Так что все будет хорошо. Да, чувствую, что планов у вас громадье. Вы ведь не так давно, да, в страховой компании «Согласие». Чувствую, что там все вперед. Вот, пожелаем вам всяческих успехов. Что бы вы хотели в завершении программы пожелать телезрителям? Ну, благополучия, надежности и стабильности. Спасибо, Сергей. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Технологии для бизнеса». В гостях у нас был Сергей Савосин. А вели программу Василий Богданов и Татьяна Зайцева. До свидания. До свидания.